За 8 месяцев этого года за парковку насупраць подъездов до шматкватерных домов инспекторы ДАИ штрафовали больше за 800 водителей. З их больше, как 300 у Гомеле. За аналогичный период минулого года колькость таких выпадков была на несколько десятков меньше. Звертают увагу супрацовники ДАИ и на парковку у местах, где машина створает перешкоду для руху специального транспорта. Такое порушение все лето выявлялось около 350 разов. Водителям разъясняем ответ за нарушение действующего законодательства, а также последствия игнорирования данных требований. За нарушение требований правил остановки и стоянки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит две базовых величины.